Челябинца оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за несоблюдения режима изоляции. Об этом рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. В конце марта мужчина вернулся из заграничной поездки, нарушил постановление Роспотребнадзора и вышел из дома, где должен был находиться 14 дней в режиме изоляции. Но служители закона его задержали и выписали административный протокол. Калининский районный суд назначил ему штраф 15 тысяч рублей. Ранее двух дам также оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Суды Челябинска и Магнитогорска вынесли решение в отношении женщин. Они должны будут выплатить по 15 тысяч рублей каждая. В связи с эпидемиологической ситуацией сотрудники полиции продолжают совместно с представителями Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения региона осуществлять контроль граждан, находящихся на самоизоляции. Проведено около 8 тысяч проверок лиц, подлежащих самоизоляции с учетом повторных. Двух челябинцев, которые нарушили постановление, оштрафовали на 500 рублей. Полиция призывает граждан соблюдать режим изоляции, меры предосторожности и не выходить из дома без крайней необходимости.